Добрый день, мои дорогие, добрый день, мои любимые. Сегодня уже вечер, и я сейчас решила снять видео. Сейчас я сделаю свет. Может, какой будет лучше свет, да? У меня есть еще покупочки. Я же грозилась, что я их сниму. И некогда, я не знаю как, и надо, потому что эти мешочки тут стоят. Поэтому я их сейчас вам покажу, да? Что я купила? Росман. Если это все уместится, то еще покажу кое-что из Тедди. Такой, да? То, что мимо чего я не могла пройти мимо. Чем? Всех люблю, всех целую. Всем приятного вечерка. Всем кофейку, чайку, чего хотите. Солнышко уже заходит. Я надеюсь, это не повлияет на наш свет. Вот. Короче, всем любви, все сметаны, снимаем мы этот видос. Что у меня там было? На мне платье, девушки, от Веру Мода. Помните, я раз его покупала, такое длинное. Его люблю. Так, все. Я его как-то покупала, и так я его на примерке нигде не одевала. Но то, что я покупаю, оно мне действительно лежит. Я просто забываю. Так, вот. Мешочек от Росмана, да? Девушки, что у нас в Росмане? Есть крем. Крем от Изана. Anti-Fighting Power с витамином Е. Для Anspruchsvolle Haut. Anspruchsvoll это называется вот для такой вот кожи, как у меня, да? Уже такая, знаете, кожа, у которой есть запросы возрастные. Такие слова не люблю. Я не люблю вообще возраст, то, все, понимаете? Мне от этого становится смешно. Такое чувство, как будто нам нужно превращаться сейчас в роль бабушки, да, в такой. Слова не люблю. Но, знаете, потому что видео, потому что это мне придется говорить. В жизни я такие слова не применяю вообще. В рот не берите, да? В рот не берите. В общем, вот. Девушки, сейчас я вам покажу. Я сейчас доберусь до вас. Вот такой крем, да? Тут 15 защита от солнца. Я это не заметила. Ну ладно. Так, я не люблю. Вы знаете, я никогда не пользуюсь защитой от солнца. Потому что мы в Советском Союзе этим не пользуемся. Понимаете? Никогда. Так, Ökotest Good, да, из Anna Tages крем. В общем, проверено, хорошие. Hautverwandtes и Куцень. В общем, как у кожи Куцень-то. 85% тестостерон, в общем-то, заметили, что у них морщин меньше стало. Ну, я одно могу сказать, что крем от Изана для глаз – это мой любимый крем. Вот сейчас после него я вот в Альде нашла, да, один. Вот, и витамин Е. Ну, вот так вот, да. В общем, кремчик такой, кремчик. Я им уже пользовалась, он такой, знаете, хороший. Но крем для глаз лучше, но его можно купить, так как он сейчас какой-то новый, он с этим самым, с SF15, SPF по-русски, да, я уже не знаю, антифайтинг, но он же другой теперь, тут Изана, вот такой, да. В общем, кто им пользовался, напишите, как он вам. В общем, вот, такой. Ничем особо не пахнет, потому что Изана продукты такие, знаете, не особо это самое. Такой легенький. Почему я сказала, что я не люблю солнцезащитное все, когда внутри? Почему? Потому что эта вещь такая, знаете, она делает крем очень таким тугим. Я это не люблю. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что это не полезно. Ну, что теперь делать, да? Я уже купила. И вам показываю. Но есть люди, которые это любят. Вот. В общем, ну не знаю, не пользуюсь я солнцезащитными кремами. И вообще, я не любитель на солнышке лежать. Я не любитель лежать на пляжах. Вообще не любитель, да. Не знаю, почему-то не люблю я там лежать. Вот так. По молодости я много лежала. А сейчас нет. Ну, в общем, вот крем, да. Купила. Потому что я его раньше покупала, пользовалась и... Думаю, что это надо взять? Надо еще раз взять.
Я сейчас пользуюсь кремом, вы видели, Оливия купила, мне очень нравится Оливия. Вот он есть в Пелимарт и в Рейве. Этот Оливия. Где еще есть, я не знаю. Из оливки 3,90. Он такой классный, мне так нравится. И вот этот крем от Исана, оливки для рук, тоже обалденный. Но от этой оливки для лица есть крем для рук, я его не покупала. Не знаю, но этот очень классный, этот Zea Good, я прям не знаю, этот крем для рук, это обалденный. Так, все. Это я купила недавно, вам показывала. Теперь, что я купила? Я купила вот такие для туалета, Duftstein, две штуки, да, мне это надо. Понимаете, ну такие вещи мне, вот, которые нужны были, да, для туалета, так, камушки. Я покупаю всегда самые дешевые, но если те, что подороже, такие смешные, разные, да, если их уценяют, то я это, конечно, беру, да, с благодарностью. Ну, а такие тоже очень хорошие. Главное, чтобы свежестью пахло, там что-то такое, да? Никого больше не интересует. Теперь купила вот такой Домоль Шпюльмитль. А, ну, посуду мыть. А его уценили даже, очень даже хорошо. Поэтому тут даже евро не стоит. А Домоль вообще хорошее качество. 100% ресайклинг. Шпюльмитль бальзам. Бальзам для рук, да? Ну, я все равно в перчатках. Так. Теперь... Что у нас еще? Тут много чего. Сейчас все перероем, да? Сразу покажу туалет, а потом другие вещи. Вот это я обожаю, девушки. Это самое лучшее, что у меня было. То есть не агрессивное и ничего делать не надо. Вот если у вас что-то в туалете, вы это просто залили, через какое время пришли, все вот просто пропало. А другие вещи такие очень агрессивные. А этот Домоль вообще не агрессивный. У меня сейчас он был, я его так любила. Потом он кончился, я чуть купила в Альде. Там, ну, по пути вот еду покупала, короче, взяла. Вот хоть заливай, хоть не заливай. Пахнет хорошо, но толку мало. То есть то, что там осталось, его там тереть надо. И все, тут даже тереть не надо. Вот вы, я заливаю после каждого. Вот просто так заливаю и все. И ухожу. И оно лежит. Но оно там лежит. И после ничего не надо тереть, если что-то осталось, понимаете? Оно просто вот пропадает. Поэтому это очень классно. Все, рассказала все про туалет, чтобы вы знали, да? Чтобы вы знали. Теперь, пила я орешки. Орешки, девушки, орешки. Вот эти вот вальнуски, они, как называется вальнус? Ну, греческие, греческие орехи. Грецкие орехи, греческие орехи. Знаете, они очень полезные. Я не все люблю очищенные, но вот у них они еще их можно есть, потому что у них качество хорошее. И подчищенные, я их купила, да. Ну, сейчас на 1,99, сейчас на 1,49 уценили. И мандарин, миндаль. Я это обожаю. Каждый день нужно этих штучек, вы же знаете, да, вот хоть столько съесть, да, чтобы вот столько было. Для красоты, для ума, для всего, да, для красоты и для ума. Очень полезно, от этого будет больше ума, от этого будет больше красоты. Да, вот обеих, в общем-то. Так, теперь пила, девушки, тени, уценили, да, 2,99. От Red Blusher и Shadow Palette Rival de Lop. Мне очень понравилась эта палетка. И она мне нравилась, когда она была неуцененная. Я все время думала, я ее хочу. Но сейчас ее на 2,29 уценили, я сейчас это отколупаю и вам покажу. Уберу сейчас, да? Вот я кое-как убрала, да? Вот она такая, девушки. Видите, какая красивая, красивые цвета, да? И вот мне поэтому понравилось. Сейчас у них, ну, она приклеена, тут надо отлеплять. В общем, сейчас новые есть цвета, но мне так это понравилось. Она такая нежнятина. Да еще и 2,99. И качество мне у них нравится. Я не такой человек, который говорит, что мне надо Шанель. От Шанель вот прямо будет качество. Да не будет. Так. Просто надо это самое. Какая ерунда. И мне это не надо. Тем более это самое. Зачем на это деньги тратить? А? Посмотрите, какая красота. Ну, кто покупает, там тот покупает. А мне вот это понравилось очень. Мне очень нравится цвет. Тут кисть, ну, это аппликатор. Смотрите, какие цвета классные. Вообще обалденные. Тут блестящий цвет. Тут даже зеркало есть. Окей. Тут даже есть зеркало, даже глазик видно. О, как классно. Ну ладно, я этого не ожидала тут, что зеркало будет. Теперь, ну они всегда делают дюпы с разных марок дорогих. Тут у нас такое, это самое, сводчинг сейчас делаем, да? Вот такой вот.
сияющий, априкового красивый, этот не сияющий, это бронза такая золотая, да, сияющая тоже вот такая, да, видно. Этот еще больше золота, вот так, да, так видно, да. Здесь тоже сияющий красный, медный такой тон, вот такой, очень классный. Я такие прям, знаете, вот это для меня база для дня. Тоже не на вечер, а вот для меня очень классно. Прямо все вместе. Вот это мне нравится. У меня такого нет, что все было вместе. У меня есть нюдовые тона, а вот этих нет. Таких, знаете, розы такие. Blush red. Ну, как вот, как румяна, да? Тени, как румяна. Какие классные, да? Прям вообще. Ну, эти вот блестят. Вот эти блестят, а эти не блестят. Тут у нас опять такой, знаете, лакс. Априкот такой вот. Красивый, как сказать, лакс, лососевый, да, вот. Тут цветы очень, тут нюдовый такой, его не видно, они очень хорошего качества, они хорошо прям, знаете, вот так покрывают, и самое, что прекрасно, не осыпаются, видите, как, у них вообще классное качество, мне нравится, тут очень красивый такой кофейный оттенок тоже, вот такой кофейный оттенок. Видите, как? Мне прямо это очень нравится. Мне вот эти сверкающие очень нравятся. И хорошо, когда у вас вот это сверкающее и потемнее туда в уголки, а на середину так сверкающие нанести можно. И можно сочетать с этими тонами туда, сверху, да. В общем, классно. Я считаю, что тут такая гармония. В общем, я обрадовалась еще 2,99. Вы знаете, если я что-то беру, это должно быть очень-очень подходящее и бюджетно. Так, уже не миллионер. Так, теперь, что еще купила, девушки, что еще купила? Купила еще я вот такой вот варошец Занфта Хафамильш шампунь, потому что Аминка его хотела. Мы раньше его покупали, потом у нас сейчас, у нас есть еще какие-то, но другие с них, ну, вот этого нет. И это здесь биохафамильш, биологическое молоко от овсянки. В общем, влажность встает, волосы гладкими. Для такой кожи, знаете, как называется, эмфиндлич, вот для такой нежной кожи, там головы и нежных волос, которые очень быстро страдают. И вот если кожа, это зензибель, ее Аминки что-то она там чем-то помыла каким-то шампунем, и вот она говорит, у нее кожа что-то там от этого сохнет. А, Wash and Go, это у нее вот это от перхоти. Короче, она помыла, я говорю, не мой им, он не хороший. Вообще нельзя, от него только перхоть бывает. Без силикона и натюрлихер Hautgefühl. Hochvertraglich, в общем, очень выносливый. Но нам нравятся эти шампуни от Garnier. В общем, я его взяла. Теперь, тут еще варошеце есть еще один орган мандель крем. Орган, органовый, да, миндальный крем с органовым маслом из Марокко, девушки. Ой, так пахнет хорошо. Органовый всегда хорошо пахнет. Из Марокко. Очень сухой, сухих волос. Вот это для меня. Это для Аминки, да, а это для меня. Потому что у нее вот это вот от этого, от Вашинго, этот... перхоти у нее там голова чешется. И поэтому я это купила, чтобы у нее кожа успокоилась. Но она уже ничего не горит, но она уже прошло. Это для себя. Я вообще люблю все с органом. Поэтому с органом от Garnier взяла, да? Три чем-то стоит. Так, теперь тут у нас вот эти штучки я люблю. Я вам уже рассказывала, что их люблю. Часто покупаю, да, вот такие вот. От Изана Пфлегекапсель, Куцень, Антифальтен. У меня они кончились. Анти-Эйдж Протект, Аншпрусфолик Хаут. Опять же, для такого же возраста, как у меня, 85% сказали, что у них там тесты, что у них меньше фальтена. Вот. Ну, я их не слушаю, я этим пользуюсь. Мне они нравятся. Но это не значит, что я каждый день какую-то капсулу на лицо мажу. Не, честно говоря, я лентяйка. Но я им пользуюсь, потому что они у меня кончаются. Кстати, у меня столько всего, что надо навыбрасывать мусор. Надо показать, что я выбрасываю. Уже много чего выбрасываю, но даже не показываю. Так, теперь. Пила, девушки, я один от Essence. Сейчас очень модно. От этих всех корейских там
трендов, да. Корейцы сейчас много показывают вот эти вот звезды, вещи от H&M, вот эти вот штучки там, от Essence, все такое, да. И, конечно, на все это молодежь прыгает, и я тоже, да. Я не молодежь, но я на это тоже прыгаю. В общем, Tinted Kiss сейчас очень модный среди молодежи, и мне тоже захотелось это попробовать, тем более оно стоит недорого от Essence. Я взяла, да. Очень красивый цвет. У меня сейчас тут это самое. Сейчас смою, да? Покажу вам. В общем, цвет мне очень понравился. Вот такой, да? Очень классный. И очень интересный цвет. Сейчас покажу, какой. Ну, это как блеск, да? Но в то же время он такой, знаете, как бы матовый. Мне это нравится тоже. Очень классный такой цвет. Ярко-красный сейчас не в моде. Вообще, вот прямо ярко-красные губы не в моде. Но все равно иногда хочется, но уже часто мы этого не делаем. Это не в тренде. Вот у меня сегодня розовые губы, этого тоже очень редко делаю. Да, светло можно. Но мне просто для контраста сегодня так. Для видео, окей. Но в жизни я уже такой яркий не использую, да. Потемнее. Ну, поспокойнее. Мне очень понравился цвет. В общем, Tinted Kiss Essence Hydrating, за влажность высокая, да? Классно, классно, классно. Так. Ну, девушки, это еще не все, потому что это такой хороший цвет. Я не знала, какой еще взять. Еще один. Так, девушки, вот такой. Еще розовенький. Представляете? Тоже очень классный. То же самое, Hydrating. То есть влажный. И вот такой цвет. Сейчас покажу, да? Розовый и тоже как бы матовый в то же время. Тинт. Очень классные цвета, вообще обалденно. Мне очень понравилось вот такой, да? Уже пользовалась. Вот так. Нравится. Так. Мне очень понравилось. Так, все. О. Нужно под низ что-то вам нанести что-то под низ, чтобы краска не оставалась, потому что вот у этого самого остается краска прямо на коже. Губы остаются долго такими. Кто это любит, окей, а кто это не любит, знаете, надо что-то под низ наносить. Теперь что еще? Еще купила маску. Вот такой у меня этих масок так много. Фостичкая маска. Экотест Зеа Гуд. В общем, влажность повышает, делает это самое, лицо наполняет. Ауф Польстен гладким делает. И 6 Зексфа Хилерон плюс алоэ вера. Для кожи, у которой мало влажности. Вот. 6 раз хилерон повышает. И алоэ вера вообще повышает. Ну, не повышается, а шести, как по-русски сказать? Зексфахиалурон, как сказать, шестиразовая, ну, доза там, да? В общем, понятно, да? Так, что еще у нас? Так, это еще все, девушки, и еще кое-что есть. Вот это я покупала, я вам показывала, я покупала цвет такой нюдовый, красный. Ну, не красный, но такой, знаете, спокойный такой. Ну, вот такого типа, ну, похолоднее покупала я. Я вам показывала, мне очень понравилась новинка в прошлых видео, да, от Essence. Теперь вот этот кофейный, потому что он тоже очень понравился. Ну, посмотрите, какой красивый цвет. Ну, что? Ну, вот если нравится, так не удержишься, да? Вот такой классный цвет. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Здесь. Просто вот такой, да? Смотрите, какой. Такой цвет итальянский. Знаете, это вот... У итальянцев классика вот такие губы всегда. У нас такие были в начале 80-х, помните? Дипломаты, кожаные пальто, кожаные кепки, сапоги на каблуках и вот такая помада. Вот сейчас. Я тогда студенткой была. Вот так, девушки. В общем, Achtstunden Matt Liquid Lipstick Matt от Essence. Очень классный, тот мне очень нравится. Аминке тоже нравится другой цвет. Сейчас принесу. Я его не там искала. Тот цвет, который я до этого покупала, этот вот такой, понимаете? А этот такой. Знаете, какой? Но это тоже очень красивый, да. И поэтому не удержаться, очень хочется оба цвета.
Этот я сейчас покажу, кто не видел. Вот такой цвет, девушки. Очень матовый такой. Знаете, он напоминает, это помада от MAC. У меня такая же есть, и только потемнее тону. Так, да? Вот, девушки. Так. Ну, пришлось купить, да? Это тоже. Захотелось. Но этот не оставляет цвета, а вот этот оставляет цвет. Я просто на руку ничего не нанесла. Ну, под низ нужно всегда что-то, какой-нибудь флегештифт, да? Чтобы это самое. Теперь, что у нас еще, да, в сумочке? Еще у нас есть, вот это у меня был видео, я наносила, я вот эту маску делала. Мне муж сказал, такой страшный у тебя кавер. Я, говорит, испугался. Я в этой маске. Вот, там такие красивые ежата прямо на маске нарисованы. Она так, и знаете, она вот эта самая лучшая маска, какая у меня была на лице. Вот вы купите, не пожалеете. Поэтому еще раз. Wild Ones, татух маска. Ну, платочек, да, вот тут видно, там ежики на маске. Там ретинол, капуача бутер, масло капуачи и дикая роза масло. Вообще, прямо классная, классная маска. Вот честно, вот это самая лучшая маска, которая у меня была на лице. Вообще, слов просто нет. И то я не знала, что такое капуача масло, и я себе купила вот такое вот... нет, это не то. А, нет, это что-то другое, капуача бутер. А, это бакучи масло. Бакучи, капуачи, ну, у меня уже, я уже не знаю, да? Ну, в общем, я купила вот эту вещь, и мне кто-то спрашивал, как тебе нравится. Она мне очень нравится. Я ее долго не трогала, потому что я использовала те другие, которые, вы помните, когда я там за лицом уход делала. Там много чего купила. Но мне не понравилось от Изаны с витамином С. Она такая, ну, знаете, ну, не знаю, ну, там ничего. Ну, ты нанес, оно там, наверное, какой-то витамин С. В общем, оно мне никак не подействовало. А вот это понравилось, и мне понравилось от Revival de Lob. Она была самая хорошая. И вот это вот не хуже. Это от Изана Power Serum, да? Вообще, для любой... Мне очень антиоксидатив бакучий. Он, то есть тут фальт, он пигментфлекен, убирает пятна. Ну, я не знаю, как оно пятна убирает, сейчас лето, да? Там пятен будет больше, если будет. Так, ну вот эта маска очень классная, очень веселая, очень красивая. Она просто вообще красивая. В общем, вот. Так, теперь, девушки, еще одна маска. Вот такая Витамин Глу. Да, Софот тотчас же эффект. В общем, повышает влажность на лице. Лицо будет сиять. Sehr gut wirkt Sankeit. Шейбенс. Шейбенс маски вот такие, да. Ну, вы знаете, да? Вот. Витамин С, ниацинамид. Ниацинамид всегда хороший. Это у меня и крема тоже ниацинамид мне нравится. Которые я сейчас выбрасываю. То есть я их использовала уже. Так, вот. Две штучки, да? Что еще, девушки? Еще что было? Что еще было? Еще одно. Еще есть Изана Hydrogel Augen Pads. Вот такие от Изаны, девушки. Я покупала, показывала вам такой от Я, не знаю, как марка называется, она есть и в DM, она есть и в Реве, такие, знаете, и мне вот они очень понравились, такие лиловые с ретинолом. Это было просто, я их хочу еще купить. Но эти от Изаны хочу попробовать, тут написано Hydro Intensive Effect, Хилорон и Алоэ Вера. Вот такой, да. Так. И еще сразу вот такую, мне она тоже очень нравилась, на нее прям заглядывалась, с арбузиками. Тут сейчас свежесть, эффект с кофеином и арбузный экстракт, такой, да, мелон, арбуз. Тоже масочка. Ну, подскажу, да, как оно, не знаю. Кто, наверное, использовал, наверное, знает, как оно есть, как оно действует, я не знаю. Теперь, это еще не все, оказывается, еще кое-что есть. Это девушки уценили вот эту вот серию от Jungle. Я от них ничего не купила, кроме как лака для ногтей. Его уценили на 1.10, и я ж его взяла. Мне так цвет понравился от этого Jungle, да. Сейчас я это уберу. Вот. Ну, а за 1.40 я, конечно, взяла, да. У них были очень яркие такие летние, яркие-яркие тени. Но у меня очень много ярких теней. И как-то я решила не брать. Но вот этот цвет мне очень понравился. У меня есть такого типа цвет от Catrice. И
Кавьяр Гауш там они делали, да, я покупала липглосс и вот такое. Но этот еще неоновый. И для лета, по-моему, очень классно. Цвет такой хороший, да? Мне кажется, классно, да, цвет такой. Но там еще есть такой яркий такой кармезин, какой-то такой цвет. Яркий такой. Вообще вот такой вот. Еще даже ярче какой-то такой. Не фиолетовый, но он тоже неоновый, в то же время неописуемый цвет, не такой, но он такого типа, но он еще ярче, в общем, очень неоновый. Мне тоже понравился, я почему-то этот купила, не знаю, мне и тот нравится. Все не взять, да? Теперь, так, девушки, что еще было? А, это было, нет, это не от них. Еще я купила от Вальди эти самые лакура, мне они нравятся, они подешевле. Вальди от Nivea тоже есть, но те стоят 2 с чем-то, но я эти купила от Lacura. И купила еще вот такое вот 2 Kernseife от Elina Med, немецкая Elina Med, Germany. Хозяйственное мыло, пахнет лимончиком, 2 штуки. Я прям обожаю мыло, я не знаю, нет, это прям пахнет. Ой, хорошо. Еще купила для... Ну, для пяток, да, такую штучку. Но это не в Ре. Это я купила в другом магазинчике, потому что моя... Что-то с ней случилось. У меня была, кстати, от Росмана такая красивая. Ну и ладно. Эту взяла, это даже была недорогая. Теперь, это все, что я вам показала. В общем, мне так нравятся вот эти вещи. Просто очень нравится. Лак мне тоже очень нравится. Классно. Теперь... А на мне, да, на мне вот все такое блестит на лице, я вижу, знаете что, вот от это от Revival of Me стик. И я его, мне Карин его посоветовала, зрительница, и я его ношу с собой в сумке. И сейчас мне нечем было, и я им нанесла, и он прям сильно блестит, я на ней запудрилась, я посмотрю видео, как это выглядит. Но его очень удобно с собой носить. Такого же типа есть румяна. Вот, хотела вам показать, чем это я накрасилась, и оно что-то так сильно блестит, да? Так, все, теперь. А, кстати, Revival Love Me Tropical, я тоже этот сделала, да, бронзи. Так, да. Другой не нашла, у меня много, у меня есть такой переливающийся, но я не знаю, где все это лежит. В общем, я рада вот этим своим штучкам, дрючкам, прям ужасно. Девушки, эти вообще, это от Catrice, это старая. Вот, тинт вообще, Аминка, конечно, тоже это обожает, да. Сразу прямо, вот эту штуку прям сразу забрала. Так, ну тоже очень классно, это новинки, девушки. Новиночки. Очень классные, просто не пройдешь мимо. Вот этому очень рада. Такие, прям, знаете, вот это все вместе очень-очень подходит. Для дневного макияжа это просто вообще и качество, и недорого, и вы в тренде. Классно. Обалденно. Если эту тушь от Catrice, то у вас будут длинные-длинные ресницы. Но у меня сегодня не эта тушь. У меня сегодня вот эта тушь от Essence с таким драконом. И что-то она мне не нравится. Но я не нашла ничего другое, я потом эту нашла. Они, знаете, везде где-то разрисованы. У нее какая-то кисть такая, и я не знаю, что с ней. Ну, ладно. Так, какую нашла, такую нашла. Все, масочки я тоже приобрела. Вот эту масочку купите, не пожалеете. Вот просто не пожалеете, если кто-то не пробовал. И вот эти патчи от с ретинолом фиолетового цвета, они, кстати, я хотела купить в ДМ, их не было. Другие цвета стоят, а фиолетовых нет. Поэтому я решила посмотреть в Рэйве. В ДМ я их не нашла, и в этом не было тоже. А в Рэйве это должно быть. Я потому что их там купила. Фиолетовые. Они такие классные. В общем, девушки, на этом я видос заканчиваю, потому что я заметила, что я не успею вам все покупки показать. Тогда это был Росман. Вы меня простите, потому что уже показывает мне камера все. Закрывай лавочку. Всех люблю, всех целую, девушки. Всех люблю, всех целую. Ешьте орешки, ешьте, да? Ой, еще одни орешки тут, да? Тут еще какие-то орешки. Ну, это все было орешки тут. Нет, это самое.
Орешков много, для туалета всего много. А, я еще кое-что купила. Еще купила, тут же все в сумке было, просто я это в Пеннимаркете купила, шпюльметли. Из оранжевое небо, оранжевое море. Мне понравился запах. И стоит недорого. Ни разу не покупала, но так здорово, оранжевое люблю. Да, тоже евро нет, от Блик. Все, девушки, я на этом заканчиваю. Я вам все-все показала. Прямо так торопилась. Все вам показала. Масочки я попробую. Не знаю, видео флейга я ничего не делаю. Я не знаю, что со мной, да. Ну, в общем, вот. Не до этого. Ну, на топе. Вот. Это тоже очень классная вещь. Мне тоже понравилось, честно говоря. Вот этот крем самый лучший из всех кремов, которые у меня есть для рук сейчас, на данный момент. С оливкой. Вот. А их у меня тут что 5-6 есть или 7. С розой мне вот нравился в последнее время. Но этот вообще, этот просто классный. Почему-то мне Росман больше нравится. Я опять была в ДМ, что-то походила там, купила вот этот ободок. Ну, короче, я ничего не купила там. Ничего не надо было. Я люблю очень крем для лица АДМ, но вещи мне там, не знаю, мне ничего так особо не притягивает. Ничего такого нет. Не знаю, как вам. Напишите, что вам там нравится. Может, я себе это куплю. Так, всех люблю, всех целую, девушки. Обожаю. Ну, они уже кончились. Сейчас другие цвета. Мне вот эти вот так нравятся. Прям такие классные. Самое интересное, что они хорошо с собой взял. Сумку положенную, маленькие. И выбор хороший. Вот эти вот большие, понимаете, с собой носить неудобно. Ну, тоже люблю, да. А вот такие удобненькие. Раз, так, и все. И сумочки. Вот это всегда классное, мне это всегда нравится. Все, девушки, я всякую ерунду вам показала, все, что я купила, все в этом самом. Желаю вам прекрасного вечера, я надеюсь, еще видео выпущу, но уже поздно, да, уже поздненько. Ничего мудрого говорить не буду, да, хотите что-то мудрое услышать, но философствовать не буду, просто прочту. Что здесь написано? Это Минка поставила, я не знаю, что написано. А, sich glücklich fühlen können, auch ohne Glück, das ist Glück. О-о. Себя счастливой чувствовать, даже без счастья, это счастье. Мари фон Ибн Эшенбах. Видите как? Без счастья даже себя счастливым чувствовать, это счастье. Давайте это мы запомним. Не нужно чего-то ждать, чтобы быть счастливым. Радуемся всему. Всех люблю, всех целую. Пока, да? Всем привет, любви и сметаны и добра. Позитива и счастья. Полный короб. Это был Росман, девушки.